Створювати корисні і декоративні предмети своїми руками можна, використовуючи різні цікаві техніки і матеріали. Поліетиленові пакети, пластикові стаканчики, проволока, маскітна сітка. Що спільного між цими матеріалами і творчістю? Виявляється, чимало. Саме з цих, на перший погляд, не художніх предметів народжуються цікаві образи. Учні та викладачі Миколаївської дитячої художньої школи готуються представити свої роботи на щорічних екологічних читаннях «Збережемо для нащадків». Наша школа готується к екологічним чтенням. Кому-то дали бутылки, кому-то, как мне, пакеты, кому-то ложки, вилки. Поэтому я взяла пакет. Мне интересно было так же, как они хорошо держат форму. С них можно сделать, вылепить, да, там, как ткань сделать, драпировку. Поэтому это мне было интересно. Завдання виявилося цікавим не лише для викладачів, а й для учнів школи. Насамперед, своєю оригінальністю і креативністю. Деткам очень понравилось, они были вообще в восторге от того, что надо было именно с таким материалом работать, а не как обычно, да, мы берем, что мотанки у нас идут, ткани, да, шьем, вышиваем, особенно мальчикам понравилось, что можно было не шить, а именно клеить где-то степером, где-то резать, это им очень понравилось. Но мы думали с детками, что животные, конечно, в первую очередь животные, рыбы, птицы и мотанки я им предложила, девочкам особенно, потому что они же любят такое. Вот. Девочки, конечно, больше к мотанкам, а мальчики уже пошли собаки, кошки, птицы, поэтому было им проще насчет этого. Ну, конечно, почему животные? Потому что это им было интересней. Ми вже розповідали про те, як можна застосувати не за призначенням одноразовий посуд. Сьогодні покажемо, як з пластикових пляшок, пакетів та клейонки зробити іграшки. Предмет по вибору, да, у нас сьогодні. Ми продовжуємо тему екологія, да, екологічна тема, яку ми вже робили пакети, да, ой, із пакетів. Тільки ми робили пластмасові стаканчики. Теперь мы будем делать больше куклы или больше животных, это уже на ваше усмотрение. Поэтому будем делать из пластмассовых бутылок. Берем то, что вам надо. Сначала делаем светлые, да, можем вот из этого делать голову, потому что мягкая, видите? Режем напополам. Светлая будет у нас низ, да, чтобы потом было на светлом фоне, темная выделялась низ. Сначала делаем голову, как мы раньше это делали, да, вставляем из пакетов, делаем объемную голову и вставляем туда наше отверстие, где крышечка, откручиваем обязательно. Потом уже одеваем сверху пакеты, светлые пакеты обязательно, каркас, да, одеваем на бутылку каркас под юбники. Если мы делаем мотанки, мы делаем, да, объемные юбки, объемные, чтобы они были пышными, да. Они рисовали эскиз обязательный, как они будут делать, какую форму будет, какого цвета, в каком это будет. Материал я им приготовила, чтобы было все в одном стиле, можно сказать, да, в одной композиции. Это пакеты, полиэтилен, сетки, можно и ткань была использовать, я им говорила. Но мы еще будем это продолжать, использовать, добавлять, еще декорировать больше. Это первая стадия, это для нас новое, мы первый раз это делали, поэтому мы будем все дальше и дальше, как говорится, в ходе работы добавлять, думать, усовершенствовать.
Ця лялька-мотанка з пакетів – результат колективної праці. Над її створенням учні разом з викладачем працювали протягом кількох уроків. Окрім необхідного матеріалу, тут бачимо ще й елементи декору. Треба було підходити масштабно, да, к этому проекту. Каркас – обична бутилка пластмасова, якщо можна посмотреть. Обична пластмасова бутилка, одягались пакети, крепились, здесь степлером закреплялись, а потом мы уже, как детки хотели, так и декорировали. Кто-то бантики вот сделал, кто-то просто запришивал ниточками квадратики, кто плел косички, да, косички. Потом мы насобирали колосков, сделали веночек с детками. Было очень интересно, несколько человек работали. Підтвердженням того, що первинний малюнок може суттєво відрізнятися від готової роботи, є ось ця робота – жар-птиця. Изначально была просто птица, но девочка потом думала, что будет жар-птица. Да, мы добавили, декорировали ее проволокой, закрутили, просто обычной, да, проволокой. И стаканчик, который идет, да, стаканчик внутри, но его не видно, мы его закрыли. Просто потом одевали, как-то крутили, завязывали, скрепляли, клеили все. Не, кстати, клей, здесь мы не клеили, это все мы делали степлером, все. Это не ткань, это пакет, это каркас, мы делали под низом каркас-пакет. Просто одевали, она делала голову, сделала, закрепила и одела пакет, обычные полиэтиленовые пакеты. Мальчик делал оленя у нас, как мальчик, да. Каркас у нас идет из проволоки, просто он сделал проволоку, да, голова, ножки сделал и наматывал пакеты. Просто наматывал, наматывал, да, потом скреплял, взял обычные, ну, уже те материалы, которые у нас есть, и декорировал, да, крутил сетку, загинал проволочку, и получился такой олень у нас, замечательный. Скажите, да. Они же, наверное, тоже вот где-то посмотрели, может быть, в интернете? Нет, ничего, нету ничего в интернете, нет. Все с головы, все спонтанно мы делали. Он захотел оленя, да, он сидел один урок, крутил, да, лепил это. Потом декорировал, да, уже просто когда я им дала материал, они уже начали тогда думать, да, куда что положить, потому что, да, в цвете было одно, ну, вот в цвете они делали эскизы. Просто я им уже дала когда материал, они уже начали думать уже, конечно, под руку. Вторая моя работа из пакетов. В чем особенность работы? В том, что это кукла из пакетов. Завязала? Смотри, давай полностью обматывай. Бери нитку
чтобы она хорошо держалась, у нас крепилась, не могло выпасть, правильно? Мы полностью заматываем, крепим, да? Здесь можно отрезать, здесь, да? Можно, кстати, клеем, горячим клеем, я сейчас включу горячий клей, вот это все приклеить. А потом уже сверху мы будем одевать другие пакеты, да, другого цвета, оттенка. Маша, расскажи, над чем ты сейчас работаешь? Над юбкой, над созданием кукломатунки. Кукломатунка, да? Это работа первая? Ну, из пакетов нет. Ты тоже делала? Да. А что ты делала? Я делала рыбу из пакетов. А почему именно рыбу из пакетов? Не знаю. Как-то... Ну, она просто, ее можно сделать такой яркой и красивой. А когда вам дали это задание, какое было удивление, впечатление какое было? Была удивлена, потому что... Ну, из пакетов, как бы, там, не из ткани, не из бумаги, а из пакетов. Как ты думаешь, получается? Да, мне нравится. Я делала вторую уже работу из пакетов. А что ты делала впервые? Рыбку. Я сначала сделала эскиз, там, потом раскрасила. Сначала сделала каркас из фольги, а потом начала заматывать пакеты. Рыба на рисунке и рыба в пакете отличаются? Или ты достигла того, что ты... Ну, да, она была похожа, как и на эскизе. А сейчас какая, что, на чем ты работаешь? Я сейчас работаю над куклой Мотунг. Удается? Да, мне кажется, что да. Ось такі незвичайні ідеї зі звичайних речей. І на застосування пакетів та клейонки можна подивитися під іншим кутом.